Всем привет! Были сегодня у врача с Кузей. А у Кузи конъюнктивит на один глаз и воспаление третьего века. Сделали кучу уколов. Сказали, что это на 10 дней должно хватить. Глаз покапали, в глаз в века мазь заложили. Теперь будем капать и мазь закладывать. Ну, уже сегодня прям даже после обеда уже даже глаз появился прям лучше. Да, вот немножко его почесала, и он лежит, балдеет. Да, у нас вот, смотрите, снега практически нету. И уже появилась травка. И я выпустила курочек. Да, вот надо прям раскрывать цветы уже. Наверное, завтра буду раскрывать. И он, куры бегают. Ну, такая у нас жизнь. Ой. Жизнь продолжается. Всем добра и мирного неба.